долбил. Заебало. Вот нам мужичок в прошлом году уверял, что он на Яве там проехал. Нет, это, блядь, все чушь нахуй. Я, блядь, я там был своими ногами, блядь, и проехать. А вы пешком? Да схуяли, вот стоит Серов. Там идешь вот так, ну там вот такая дорожка, и склоном, блядь, реки не видать нахуй. Все, нахуй. Не пройти, блядь. Ну, конечно, если вы совсем отморозки, блядь, тут милости просим. Ужовый участок. Салатики, парни. Поклюйте что-нибудь. Хотите супу? Да, мы вот да. Как бы перед отъездом поедем. Вон есть этот уха. Ну там рыбу, правда, все выловили. Но уха есть. Ну, хотя бы бульончик жидкого похлебать. Я тоже сейчас приехал, похлебал. Охренеть, собака. Я вообще в шоке. Такой ну, скоро год. Кенгури? Ну там не совсем кенгур, но там сука. Красный командир. Его кенгури там порешили. Памятник стоит. Так вот он выходил с отрядом красноармейцев из Ленинска. 2000 километров прошел за 2 месяца. Такая вот застава. Бесплатно покушать, чаек попить. А? Да я вам говорю в камеру. Посидеть, отдохнуть можно. Погнали.